Беру квест. Отменяю квест. Такс. Как отменить квест? Чин Стратхольма. Нет. Нет. Так, странные грибочки. Точно нет. Странные грибочки не отменяю. Отменил. Правильно отменил. А он типа пердит и меня дамажит? Или что-то меня просто дамажит, и я лох? И меня не хилит. А, хил-то вообще так. На плеч скалом. Отлично, не откажусь. А, точно, лок может. И я в соло пошел танчить. Нет, 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 мужики. Разрешите представиться. Я Геннадий Геннадьевич. Опа, танк сдох. Включаю танк-спек. И начинаю жестко хилиться. А может и сосать. Так, король стан. Так, так. Дамажен, мужики, давай, 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 давай. Замедляйте их, мои хорошие. Замедляйте их, ваш маленький рыцарь. Умер, такс. Давайте, короче, поможем. Тут Артас уже мужиков встретил. А они не такие простые. Так, я рад, что смог добраться сюда раньше чумы. Мы хопа! По лицу ему ударил. И он такой, ха! О, господи. О, гребень! Это счастье! Ай! Рукой ударился. Гойта, зомби-движуху, ДК. Вызывай своих зомбаков, чтобы он вот эту линию по всем хреначил. Вот это я лох. Сейчас он нас убьет всех. Бегите оттуда, пока вурдалаки не кончатся. Бегите, мужики. Генш никак, да почти не играю. Но! Почти не играю. Но, знаете, вот дефолты дневные делаю. И в итоге мне выпал вот этот новый мальчик, который как Анубис выглядит. И Оля сказала, почему не мне? Встать на очередь. У меня встал, присоединиться. С кем ты играешь? Кем я играю? О-о-о. У меня пати. Первая. Аяка. Кадзуха. Альянсеры! Альянсеры! Не там заспаунились. Едем! Да не трогайте меня, чё вы? Ну вам же тоже надо, идите другими делами. Я поехал на катапульт. Не трогайте меня! Отстаньте! И у меня свои дела на катапульте! Отстаньте от меня! О, господи! Я не матерюсь. Я просто пародирую звук катапульты. Опа! Вы входите в запрещенную зону для полетов! Сейчас вас снимут трусики! Аккуратнее! Скоро сейчас вы сможете после вернуться его завершения. И что это значит? Ну и что? Что это значит? У меня вот здесь полетник. Дай хоть до полетника дойду. Или найду. До полетника. А-а-а, говно игра. Мы в акула стурурурурурур. Мы в акулу стурурурурурур. Мы в акулу стурурурурур. Отсосать. Мы в акулу стурурурурур. Мы в акулу стурурурурур. Мы в акулу стурурурурур. Здорово, мужики. Здорово всем. Так, а что это у меня вурдалака нету? Говно игра или что делать? А те знарки это чит. Огнилострел это не чит. Знаешь, что сегодня Лилвис Огнилострел говорил? Огнилострел говорит. А, я сегодня предложил уникальную акцию. Знаешь, какую? Стримить весь день. Ну, почти. Там почти весь день была такая идея стримить.
Но с тем учетом, что мне каждый час кто-то будет 100% донатить 5 тысяч рублей. Вот так. Ну и стримить, типа, целый день до час ночи. Вот. И Финострел начал считать, и ему не хватило. Но он хотел, понимаешь, он хотел. И поверьте, эти 55 тысяч, как уже потом посчитал я, вот, как уже потом посчитал я, потому что он хотел одной цифрой. Как будто бы хотел залить, получается, за Альянс. Я это нидаю! Буду начертателем. Ха! Занидил. Вот, ну я ему так, такс. Буду начертателем. Нет, он миллион долларов стоит. Да я шучу, пожилая бабка, сейчас отдам тебе. Что тебе? Я же сказал, что я не мудак, да? Я скажу так. Если мне когда-нибудь с ним, и будучи в рейде, что-то выпадает, это уже его проблемы. Понятно? Балайны, спасибо огромное. Это счастье для меня уже. У меня уже донаты в 3 раза больше знали, чем в начале стрима. Пошло дело. Я понял, вы аферисты хитрые. Вы специально начинаете донатить под конец стрима, чтобы я дольше стримил по факту. Понятушки. Ясно, понятушки. Вот оно в чем. Вот оно чё. Вот оно чё, Михалыч. Вот оно чё. Я говорю, топ ДПСер. Я машина по буста. Я бустерная пушка, аннигиляция. Это буду нидить эту шмотку. Да почему опять кольчуга выпала? Да мне давай ее сюда. Сюда ее мне. Кому лут достался? Эрекции мут достался. Замучу эрекцию у себя на стриме. Нападаем на мужика. Гоночного мужика. Включаем и все. Ой! Ой-ой-ой! Капец тебе, дедуленька! Вылетает Гергу. Собственно, ля-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 
Пошли уже, давайте! Господи! Господи, помилуй! Такс. Сложнейший геймплей. Что же мне делать? Смотри. О, я танчу, да? Не повезло танку, по факту, да? Почему? Потому что? Потому что выпали набедренники. И он мне их отдаст за то, что я хилил. Вот. Такс. Я, конечно, ну, не аферист, но немного вот так вот на столечко аферист. Потому что мне-то перчатки не нужны были. И ему они на самом деле тоже не нужны, ведь надо покупать Т7 перчатки. А вот штанишки на танка, на всякий случай, мне были нужны. Стало лучше, лучше! Лучше! Ладно, фиг донат сделаю, а то я так без денег останусь. Спасибо. Никакой зачильни, дашь расп... Спасибо огромное. Спасибо большое, Лёвь, вы меня видели? Даже уже бот у меня на стриме не матерится. Не стал читать матерное слово до конца. Kiss me, kiss my ass, kiss my ass. Поезд, давай! Не-н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 е
Залутал его. Спасибо. О, фак. Это бес. Есть чате люди, кто в зеленых глаз заобузил. Что ж такое-то, а? Фу, жара, какая жара сейчас. Я когда выхожу, у меня все руки липкие, как будто я не знаю. Геннадий Поскребок. Что у меня вот? Что это за мозоль на руке? Глянь. Видите, прям под кольцом мозоль. Это от подтягиваний. Подтягивание пивка. На сёр голды. Самое важное, не посмотрел. О нет, я уже вышел с классики, да? Там же человек голду на почту кинул. О боже, ребят, а кто мне еще голды на почту кинет? Киньте на почту голды и вилноу с двумя буквами О. На классике. Ой, хоть бы не было очереди. Надеюсь, я за 5 минут успел. Там вроде 5 минут есть, чтобы переподключиться на всякий случай. Успел, походу, да? Успел! Ха-ха! Я не буду пока открывать, очень страшно. Как думаете, насколько он помог мне? 250к, что больше. С чего ты взял?
Ни хрена тут ставочки, ребят. Больше. Оля, людей это много участвует в ставочках. Больше, чем на актуале. Потому что ты аферист. Да мне последний раз чел прислал одну медную таким образом. Ну вот такие дела. Если будет больше, я, конечно, охренею. Но это горе пал. Звучит это, ну, как будто это рофлер. Или нет, но горе все-таки не так уж и рофельно. Так. Все, голосование закончилось. Да, ребят? Все, погнали. На! Шестьдесят! Ладно, ребят, спасибо большое за стрим, за донаты, за поддержку, за жгли-жгли-вау. Вот, увидимся уже, получается, завтра. С 12 до 14 и с 18 до 20 по московскому времени. Так что, ребятушки, бак-бак-бак-бак-бак-бак-бак-бак-бак. Жуау.